Всем привет, ребята! С вами канал Владелец аквариума, я Дима, и сегодня распаковка камешков для моего аквариума. Это лава. Заказывал я у продавца из Краматорска. Ссылку на этого продавца, на его страничку на украинском форуме аквариумистов, я оставлю под видео. Вот, заказывал я 3 килограмма. Вот, 45 грамм, 3450, ну, наверное, бонус какой-то есть. Сейчас распакуем, посмотрим. Так, поставим камеру. Вот, как-то так, чтобы хотя бы было. Будем распаковывать. Поехали. Упаковано довольно-таки хорошо. Продавец, несмотря на то, что это всего лишь лава, камешки, запаковал, ну, внешне качественно. Запаковано в стрейч-пленку, коробочку из-под мороженого, перемотано скотчем. Явно человек старается. Так, вот так вот упаковано все внутри. Каждый камешек, ребята, каждый замотан в газетку, заклеен скотчем. Тут даже пенопласт, чтобы оно не билось. Мало того, я смотрю, камушки не просто замотаны, они еще и пронумерованы. Вот был номерок у него на сайте. Размер и вес. Супер. Ставлю пока на паузу, сейчас подостаю камешки и дальше продолжим. Внезапно закончилась память на флешке. Продолжим. В итоге мы имеем набор из 4 камней, 1, 2, 3, 4, которые я заказывал. Полукилограммовый бонусный камень. Я так думаю, тут больше килограмма. Я заказывал килограмм, но продавец даже тут бонусом положил. Вот эти мелкие камешки. Вот. Спасибо продавцу. Все классно, меня устраивает. Ребята, ставьте лайки, оценивайте видео, подписывайтесь. Все это стимулирует меня к созданию новых видео, более интересных. Всего доброго. С вами был канал Владелец аквариума и я, Дима.